После 44-дневной организованной войны ситуация в Карабахе остается неопределенной и непонятной. В связи с этим некоторая часть армянского населения Карабаха продолжает эмигрировать, пишет армянская газета «Грапарак». В статье журналист Арам Григорян отмечает, что большинство людей в Карабахе больше не верят, не доверяют Армении, не видят будущего в Армении. У армянского населения Карабаха все еще есть это жестокое чувство, потому что они видят, что человек, который сдал земли, был переизбран и продолжает разрушать Армению, чтобы полностью уничтожить эту небольшую территорию, оставшуюся от Карабаха. Когда карабахцы спрашивают у армян в Ереване, почему вы не избавляетесь от Никола, почему не наказываете предателя, нам отвечают, почему вы не наказываете своего Араика, почему вы держите его. На самом деле Араик не Никол, он не открытый предатель, хоть он и мерзавец. В народе его считают разбойником, а часть называет его предателем. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.